В Екатеринбурге арестовали полицейского, который, возможно, стал виновником ДТП со смертельным исходом. Уже известно, что сотрудник правоохранительных органов находился за рулем в состоянии сильного опьянения. Репортаж Елены Рафиевой. Капитану полиции Алексею Шемякину, предполагаемому виновнику пьяного ДТП в Екатеринбурге, меру пресечения избирали дистанционно. Он в камере СИЗО, его адвокат с подборкой благодарственных писем и грамот в зале Октябрьского суда. У монитора, с экрана которого вещал теперь уже бывший полицейский, десятки фото и видеокамер. От Шемякина ждали раскаяния. Меня подрезали. Вас подрезали, вы говорите? А кто подрезал вас? Он путает слова, с трудом осознает реальность. Водитель белого «Шевроле» очевидно пьян. Его машина пылает ярким пламенем. На заднем сиденье останки молодой девушки Саши Сычуговой. Поздно вечером, возвращаясь из кафе, она случайно села в машину полицейского, перепутав ее с такси. Очевидцы рассказывают, что водитель сорвался как сумасшедший и на бешеной скорости стал гонять по улицам ночного города. Круз меня подрезал, его занесло на рельсы. Выехал на встречку боком уже. Все, столкновение. От столкновения с «Мерседесом» машина полицейского загорелась. Адлан Гендергонов, студент второго курса Института противопожарной государственной службы, в этот момент проезжал мимо. Он остановился и стал тушить огонь. Адлан успел достать водителя из горящего «Шевроле», а дальше взрыв и крики девушки, которой уже нельзя было помочь. Она лежала без сознания. Нога была прижата между дверью и сиденьем. Как бы вообще никак помочь не удалось. Экспертиза показала, оба водителя были пьяны. За 40 минут до столкновения машина Шемякина попала в объектив видеорегистратора. Вот так неадекватно он вел себя на дороге. Его вынесло на встречную полосу движения, в результате чего и произошло данное дорожно-транспортное происшествие. В Следственном комитете возбудили уголовное дело. Из органов внутренних дел капитана полиции Алексея Шемякина уволили. Офицер полиции за совершенное ДТП в состоянии алкогольного опьянения уволен из органов внутренних дел. К строгой дисциплинарной ответственности уже привлечены его непосредственные руководители. Мать погибшей Саши Сычуговой вышла из бюро судебно-медицинской экспертизы с документальным подтверждением. В том белом «Шевроле» сгорела ее дочь. Вот заключение эксперта, а вот свидетельство о смерти. Саше был 21 год. У меня дочь попала в течение страшных обстоятельств. Как на огненном лифте пронеслась. Эти 5 минут, которые прошли с места последней смс-ки до момента смерти, слава богу, что она ничего не чувствовала. Предполагаемый виновник ДТП просил не лишать его свободы. Свое обращение к суду он зачитал по бумажке. Говорил, что собирается искать новую работу и как только устроится, сразу рассчитается с семьей погибшей. Обещал сотрудничать со следствием и не оказывать давления на свидетелей. Но на суд эти слова впечатления не произвели. Алексея Шемякина арестовали на 2 месяца. Елена Ерофеева, Елена Белбородова, Дмитрий Камский. Вести, дежурная часть.